На ремонте вот такая швейная машинка Чайка 3 со специфической поломкой. Ну, не работает зигзаг, то есть он переключается, но что-то хозяйка говорит, нету зигзага, и рвет нитку. При включении оказалось, что он как-то специфически работает. Такой звук, прямо клац-клац, стук-стук. Сейчас попробую включить. Ну, такой звук. Ну, особенно сильный, то есть она-то тихо и не работает, но стук какой-то подозрительный. Перевернул, мне принесли ее одну голову, снятую с электроприводом. Показываю. Ну, а здесь, в принципе, все, смотрите, вот все так сильно разболталось. Вот таким образом. Оно и так не сильно туда-сюда двигается. Но оно тут двигается на... Причем кто-то смазывал графитной смазкой просто сверху. Поэтому и смотрите, тут когда закручивается, потом контрагается гайкой, гайка с мелкой резьбой, гайка утеряна. Вот здесь. Вот так она, видите, тут в принципе зазор есть, но небольшой. Тоже надо устранить. Откручиваем гайку, подтягиваем. Ну, зазор обязательно должен быть. Ну а здесь понятно. И после того, как закручиваем, контрагаем здесь гаечкой. Ну, собственно, и, конечно, оно не докручивает, потому что сейчас просто так телепается. Ну, остальное плюс-минус в нормальном состоянии. Нужно только будет вот это подтянуть. Все-таки так болтаться не должно. Ну и, соответственно, это... И остальное, по идее, должно начать работать, если машинка была рабочая. Ну, приступаем. Единственное, что нужно поискать гайку с мелкой резьбой. Ну, сейчас посмотрим.